Как меня слышно? Привет, друзья! Сегодня рассказ о 5 выдающихся клубах, выигравших все турниры УЕФА. Сразу оговорюсь, что имеется в виду 4 главных соревнования. Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок и Кубок обладателей кубков. Начнем с Аякса. Голландский Гран 4 раза побеждал в Кубке чемпионов в 1971 и 1972, а также 1973 и 1995. Однажды выиграл Кубок УЕФА в 1992 году, сделал хит-трик в Суперкубке в 1972, 73 и 95, и в 1987 году взял Кубок Кубков. Добавлю, что амстердамцы обладатели Кубка Интертота, если хотите. Манчестер Юнайтед имеет менее весомые достижения. Успех в Лиге Чемпионов приходил трижды в 1968, в 1999 и 2008. Остальные турниры УЕФА были выиграны по одному разу. Лига Европы в 2017, Суперкубок и Кубок обладателей Кубков в 1991 году. Бавария – самый титулованный клуб Германии. Красные 6 раз выиграли в Лиге чемпионов в 1974, в 1975 и 1976, затем в 2001, 2013 и 2020. Кубок УЕФА им покорился один раз в 1996 году, Суперкубок – 2 раза в 2013 и 2020, и Кубок Кубков достался в далеком 1967 году. У Челси одна победа в Лиге чемпионов в 2012 году. Зато Лигу Европы англичане выиграли 2 раза в 1971 и 1998. Суперкубок УЕФА добыт в 1998, а ныне несуществующий турнир Кубок обладателей кубков команда взяла в 1971 и 1998. Ювентус имеет в общей сложности 8 трофеев УЕФА. Дважды выигран финал Кубка чемпионов в 1985 и 1996. Трижды поддался Кубок УЕФА в 1977, в 1990 и в 1993. В музее туринцев хранится 2 копии суперкубка образца 1984 и 1996. И один кубок кубков 1984 года. Вы прекрасно видите, как давно Ювентус не выигрывал ничего на международной арене. МЮ попал в наш клуб самым последним в 2017 году. Ювентус был здесь первым, кто выиграл все 4 разных турнира УЕФА. Ювентус же сделал это за самый короткий срок – 8 лет. А вы спросите, а кто может еще сюда попасть? Реал, Порту и Ливерпуль точно не смогут. У них есть все победы, кроме Кубка Кубков, которого уже не существует. Милану и Барселоне не хватает побед в Лиге Европы. Давайте пожелаем им успеха. Атлетика, Парме и Андерлехту нужна победа в Лиге Чемпионов. Предлагаю вам посмотреть историю Кубка Кубков и узнать всех победителей за 39 лет. А самые любопытные посмотрят формат нового турнира Лиги Конференций. Там и услышимся.